строящийся микрорайон жилых домов на 270 квартир в городе Вилючинск. Это долгожданная стройка, достаточно давно она строится, но в первую очередь она связана с графиком предоставления финансирования со стороны федерального бюджета, потому что данный проект у нас строится по программе «Сейсмика», то есть 95% финансирования для стройки предоставляется из федерального бюджета. В прошлом году, в 2021, для нас открыта финансовая линия по третьему этапу строительства. Это на завершение всего комплекса. Стройка, исходя из планов, у нас до 2024 года. Мы ведем переговоры с Министерством строительства Российской Федерации о переносе влево, то есть чтобы была возможность завершить, и строители могут обеспечить завершить стройку в 2023 году. Для этого мы ведем переговоры по раскассировке по переносу влево на 2021 год. Нам, в принципе, дали подтверждение по очередному переносу, там около 60 миллионов рублей у нас сдвигается с 2024 года. Мы провели вот сейчас на строительной площадке переговоры с подрядчиками об ускорении строительства. Дом, у нас 5 домов из 9 секций, каждая по 30 квартир. Подрядчик будет планировать ввод, то есть проведение отделочных работ, наружное благоустройство поэтапно, то есть до 2024-2023, ну и как бы по государственному контракту 2024 год, в каждый из этих временных промежутков, в каждый год будем вводиться по несколько квартир, чтобы можно было проводить заселение. И было не единовременное, там по 270 квартир в конце года у нас пошли в регистрацию, а каждый год планомерно там по 60, по 100 квартир вводились в эксплуатацию.